А в середине дня в Верхней палате российского парламента в рамках Дней Чувашии прошел час субъекта федерации. Глава Чувашии Михаил Игнатьев рассказал об основных направлениях развития республики. Создании промышленных кластеров, производстве экологически чистых продуктов, жилищном строительстве, о некоторых инвестиционных проектах. Перед сенаторами также выступил председатель Государственного совета Чувашской республики Юрий Попов, который говорил о необходимости продолжать адресные программы развития села. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Дни Чувашии были подготовлены на очень высоком уровне и дала ряд поручений по дальнейшей реализации прозвучавших предложений.